Доброе зимнее утро, дорогие друзья! Да, я знаю, что у меня снова 499 подписчиков, но я за подписчиками не гонюсь, и я-то с вами, а значит, нас все равно 500. Если кто-то и отписался, ну мало ли, ну в конце концов, может быть у человека плохое настроение? Может? Может. Вот. Потом подпишется, будет у него когда хорошее настроение. Это раз. Во-вторых, я вас всех призываю не обращать внимания на такие дурацкие мелочи. Мне вчера написали по поводу того, что у Сашки пятно на кофте. Саня у меня вчера на себя пролила пепси. А чтобы поменять одежду ребенку с аутизмом, надо положить его спать в пижамке, надеть на него с утра школьную форму. А когда придет она у меня из школы, я уже ее переодену в чистенький костюмчик, и все. Просто ей в один день нельзя менять ту одежду, которую она себе выбрала с утра. Да и все дела.